17-м квартале Якутска начались работы по подготовке к строительству новых жилых домов. Компания «Джодос», которой в начале года администрация города подписала договор о застройке трех кварталов Якутска, 2-го, 4-го и 17-го, начала работы по изучению грунта. Это необходимо для того, чтобы учесть все особенности вечной мерзлоты на этом участке. Как сообщил представитель компании, все исследования займут чуть больше месяца. Что касается начала самого строительства, то его планируют начать в феврале следующего года. С этой недели мы начали инженерно-геологические изыскания. Они у нас разделяются на два этапа. Мы проводим изыскания под строительство домов в первой очереди. Здесь по адресу улица Якутская, 31, 39, 41, 43. Здесь будет два больших дома, около 25 тысяч квадратных метров. Это первая очередь. Ну а затем уже пойдем по кварталам 2, 4, 17. Будем производить разведочные бурения и изучение грунтов.